Я говорю правду. Паула хозяйка этой фирмы. Хозяйка особняка, хозяйка всего. Она единственная наследница Лукреции Корнехо Мехии. Хватит, снимите, наконец, маску. Вы женитесь по расчету, потому что вы ловкач. Или это не так? Ты сказал, что хочешь поговорить со мной 2 минуты. Я не устану за 2 минуты. Сидя, нам будет удобнее. Хорошо. Я тебя слушаю. Ты быстро приехала. Мама ехала сюда и заодно привезла меня. Скоро она приедет со мной. Я сказал, что мог бы прийти к тебе домой. Ко мне домой приходят мои друзья. А я не друг. Я пришла, чтобы ты спрашивала о глупостях, да? Ты сказал, что сидя там будет удобнее. Да. Очень содержательный разговор. Я ничего не сказал. Я знаю. В колледже ты тоже не сказал ни слова. Но ты все время была с Начито. Разумеется, и буду с ним. Он твой жених. Ты с ума сошел, он зануда. Почему же ты все время с ним? Чтобы ты ревновал. Ревновал. Разумеется. Я жду, когда ты сделаешь то, что должен сделать. Что ты делаешь? Хочу тебя поцеловать, но ты еще не попросил прощения. Прости. Очень хорошо. Я рада, что ты пришел. Ты оставил меня с сомнением. С каким? Какой грех ты совершаешь? Мама заставила меня вспомнить фразу, которую сказал Борхес. Я совершил худший из грехов. Я не был счастлив.